В общем, не очень хорошие новости. Да чё, блядь, когда нас отправляют? Реально. Ты блядь. Вот наш наблюдательный пояс, вот ихний. Вот. 40 метров. У них лес идет, у нас посадка. Наши, блядь, извини меня, 3 снаряда, а у них так, подъезжайте, пи***шит. Вчера 200-300 барсов было. Ну, это как это, доброволец. Mm. Вот. В общем, ходить по 4 человека, блядь, с одной посадки за несколько километров на другую. На передок, ну, вот прям вот миномет, а уже стрелковый бой. Укрываться даже нету. Просто, блядь, в общем, сидишь и молишься, попадет или нет. Тут сидишь и молишься, блядь. Когда тебе, блядь, минометка 120-я хуйняет так, что у тебя, блядь, стены осыпаются, нахуй. А то они то яйца скидывают, блядь, то еще что-нибудь. Зависает птичка и давай танчик хуярить. А танчик, сука, меткий, падал. 3 раз промахнется, а на 4, блядь. А кто не хочет подписывать, идти, то объявляет 500-м, вывозит в город, там прокуратура. Вон. Я говорю, мне похуй, ничего подписывать не буду, пусть он вызывает, хуярить, я говорю, хуй забью.